Ой, ребята, короче, это первый влог. Всем здорово. И, короче, знаете, из-за чего первый влог-то? Я, на самом деле, не хотел никакие влоги на свой канал выпускать, но так как Игромир, я захотел это как-то запечатлеть, и за это я сегодня встал пораньше. Для вас это нифига не рано, для меня это рано, потому что я всегда просыпаюсь в 12 часов из-за того, что ложусь очень поздно. А так, в принципе, ладно, погнали, чё, сразу собираться, и там мы уже встретимся, вот. Мне вообще, на самом деле, очень сильно повезло то, что я живу в Москве, и мне не надо никуда ехать, как остальным ребятам. То есть они едут через всю Россию, а мне просто сесть на маршрутку и доехать. Это так легко. Короче, я приехал на долбанный Игромир, и теперь я просто даже не понимаю, в какой надо павильон. Здесь 4, ё-моё, павильона, и хрен знает, куда идти, столько просто мест. Сейчас буду искать, короче. И доехал я на такси, так как маршруток вообще не было. И потратил дохренища денег. Просто все отлично, это называется Супер Илья, вот. Все, короче, пошел искать главный вход, где надо зарегистрироваться, и уже там будем тусить. Ребята, короче, получил вот такой себе бейджик. И мне сказали то, что там вообще никакой очереди не будет. Но там она просто, яма огроменная. Это какой-то капец, друзья. Ладно, теперь пойдем уже на сам Игромирчик. Стенд PlayStation. Давайте зайдем туда, посмотрим, что там вообще есть. Я, кстати, вообще ни разу в жизни не трогал геймпад от PlayStation. Так что сейчас все опробуем. Загляните в избушку, и что это нам избушка даст? Погнали, посмотрим туда. Это что, какой-то ларёк? Давайте посмотрим туда. Ёкарный матиатр, как тебя разнесло-то там, старая баба Яга. Наши СКСки, они прям какие-то другие. Да вроде даже таких скинов нету. А вот бабочки, это самое интересное, не точно так крутится, как в реальных КС. А вот Зубтигра, кстати, ну чем-то похож, как другие тона. Все разобрали. На радаре обнаружен самый главный утапок. Сейчас к нему подойдем по-быстрому. Вот он. Он меня еще не замечает. Ни хрена он длинный. Здравствуйте, утапок. Привет, кузак. А ты лето? Да. Еще все. Здравствуйте. Нифига ты большой какой-то. Здесь немножко личный разговор, и из-за этого как бы, ну, вы его не слышите. Также хочу извиниться за то, что, ну, меня хреново очень слышно. Это все только из-за того, что я держал камеру далеко от рта, и то есть, ну, как бы вы сами все понимаете. Завтра я еду на второй день в Игромир, и получается, там уже все подправлю, и надеюсь, все будет окей. Там идет Фредди Крюгер. Надо у него спросить, когда он нам написал Джейсон за то, что он сделал. Сейчас к нему подойдем. Бежим. Фредди! Фредди Крюгер! Здравствуйте! Привет! Когда вы отомстите Джейсона? Он вас уже убил в первой части. Думаю, следующие выходные. Следующие выходные. Он придет, вы его убьете. Обязательно. Обязательно. Ребята, это только первый день, а уже столько народу. Это закрытый день, только те, у кого есть випка, могут сюда попасть. То есть, что будет твориться завтра, я просто не представляю. Ребята, уже не знаю, что делать. Решил зайти вообще и поиграть здесь в танчики. Но здесь вообще на самом деле много игр. Хотя, не знаю, я решил в танчики поиграть, потому что здесь очень много танков. Да, это никакая не реклама, я просто хочу поиграть. Потому что мы уже побыли почти на всех стендах.
Короче, ребят, первый день прошел как-то не особо. Скучно, никого нету. Мы возвращаемся домой. Все, что я могу сказать. Всегда любил метро за то, что здесь офигенные турникеты. Берешь, просто прислоняешь, они открываются. Не надо ничего совывать. Это так офигенно на самом деле. Когда ты мало когда ездишь, это прям впечатляет, что ли. Не знаю, всегда впечатляло в метро то, что когда ты заходишь, когда она поедет, там кажется, что мы просто телепортируемся по этим окнам. Сейчас я вам покажу, ребят. Это просто пупенный вид. Да, вот как раз насчет этого я вам и хотел показать. Реально как будто телепортируемся на такой большой скорости, на самом деле едем со скоростью где-то 40 км в час. Да. И так даже будет получится снимать. Офигеть. Короче, вывод о первом дне. Знаете, немного было скучно, потому что народу было мало, друзей тоже было мало. И то есть, если просто погулять по стендам, ну это как-то, знаете, скучно, что ли. Так что посмотрим, что завтра выйдет. Привет. Ты во влог попадешь. Поздоровайся со всеми. Стесняешься, да? Иди в жопу. Это, короче, мои подписчики, ребят. Приехал к себе и сразу здесь меня встречает. Вот так, отлично. Хоть где-то меня на Игромире, хоть не это. Мне здесь уже радует. Вот он и второй день в Игромире. Вы посмотрите, сколько народу. По сравнению со вчерашним количеством, это просто какой-то муравейник. Ладно, пойдем, там вроде пришли мои ребята, и сейчас мы, в принципе, как раз таки всех поведаем вас. Это жесть какая-то. Иду и хочу найти, знаете кого? Сюда приехал мой братан Кус, и сейчас мы его будем искать. Он где-то около главного входа. А я зашел не через главный. Идем. Где он может быть? И где он? Где он в этом кипише? И я должен его найти. Ёпта! Здорово! Снимаешь? Ты снимаешь? Да, я хотел тебя заснять, как встретились. И все такое. Вот. Я встретился со своим братаном. Это Кус. А вы всегда пишите в комментариях, что это Кузака, а я Куз. Вы всегда путаете. Вот. Мы ни хрена не похожи, да. Ребят, это просто лютейшая жесть. На каждом стенде везде люди. Огромная просто очередь. Это жесть. То есть мы сейчас вообще... Вот здесь огромный проектор, кстати, все. Мы вообще с ним нигде не поиграем. И мы вдвоем сразу записываем влог. Он на свой iPhone 7, а я на свою топовую камеру. И меня нифига не слышно, потому что здесь все орут. Приходится вот так вот вплотную говорить. Я хочу найти твоих подписчиков. Мы опять снимаем одно видео для одной неэксклюзивное. Дэн Звездные войны. И посмотрите, что здесь из Лего сделали. Это типа Рей. Она просто полностью из Лего. Ой, я куда-то не то трогаю. То есть, как такое можно было вообще построить? B8, к примеру. Тоже офигеть. Это же все. А здесь, как я понимаю, самому можно строить. А так, в принципе, какая-то одна хрень. Вот это реально дом. Это такой дом. Я вот знаю, что дом. Я дом. В смысле? Ты же про меня говоришь. Ребята, короче, мы вдали ото всех. Будем сейчас открывать сюрприз-бокс. Я вообще впервые такой буду открывать. Давайте мы это откроем прямо здесь, около какой-нибудь мусорки. Сейчас мы это устроим. Да. Давай. Я готов это открыть. Раз. Что там? Сейчас. Я не снимаю, забыл. Там коробка после еще одной коробки. Ну неудобно этой рукой. О! Идеально. Так, теперь самый ответственный момент. Как ее открыть? Как ее... Ты знаешь, как ее открывать? Да. А, нет, просто. Так. О! Йоу! Ема! А это что такое? А ты говоришь, это все
да, то есть вот это стоит 100 рублей. Ну, а пиццы, как вы сам понимаете. Это да? Настоящий пиццесток? Да, да, по не настоящие. Не, ребят, если это настоящие пиццы, то я купился во много, ё-моё, раз. Тогда я беру свои слова просто назад. Я хочу найти Лероя. Здесь где должен быть Филиппин. Мы обнаружили его. Филиппин есть. Филиппин найден. Сейчас мы сзади к Лерою подойдем. Он испугается. Он очень сильно испугается. Я уверен. Точнее, он офигеет. Так. Вот он стоит в пиджаке сером. Ваня! Здорово! Здорово! Снимаешь? Нашел, да. Ты высокий, слушай. Да, у тебя здорово. Все, это Ваня, это наш брат, он проходит все скилл-тесты, он самый красивый, он самый мощный. А я смотри, за кого? Дмитрий Лунстоп. Пацаны, я за Лунстопа сегодня, за этого, оператора. А никого не снимаешь? Нормально. Вообще. Третий день, и вот началось представление. Я как ютубер, мне дали прикольный чаечек. А там, короче, знаете, кто выступает? Там выступает банда Ютуба. Потом, может, к ним подойду, поговорим обо всем. Вот. Ребят, вот так вот выглядит Ютуб гейминг изнутри, получается. Здесь все ютуберы, не ютуберы, стримеры. А вот там вот выступают за той дверью. Вот это Паша. Это Лёша. Это не знаю кто, это не знаю кто. Что с тобой? Я тебя убью. Весь хайп достанется мне. Корона ЧСВшника. Она не одна здесь, их две. Нифига. Ты не сломишь эти короны. А я тебя проткну насквозь. Видишь, а я, короче, могу обороняться, как лунчаки такие. Ай, все, слил меня. А еще летать могут. Где-то здесь Джоспин. Джоспин, ё-моё. Настоящий Джоспин. Сейчас мы его найдем. Я очень хочу его увидеть. Джоспин, ты где? Брат! Здорово! Офигеть! Понимаешь, говорит? Дима! Как не стыдно? Все хорошо. Зачем ПДСР контакт покупаешь? Надо. Да, он милашка. Щипами. Ну что, народ, в принципе, побыл я на Игромире целых 3 дня. Ну, 4-й, мне кажется, это будет бред, потому что там будет большой кипиш людей и смысл вообще ехать. Я уже со всеми повидался, а поиграть в игры ни в какие не получится. Ну, потому что много народу будет. Так, в принципе, это было для меня первое такое мероприятие, где я смог увидеть всех своих друзей, с кем записывал давным-давно. Ну, и общался, конечно же. Ну, и, конечно же, поиграл в разные игры. Вот такой вот первый вложик у нас получился. Надеюсь, что вам все понравилось. Ставим лайкусики, подписучечки и комментарии. Все, ребят, давайте. Пока.